Сегодня не сменили спортивную форму на элегантные платья и строгие костюмы. Спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал волейбольных клубов из Татарстана сегодня получили заслуженные награды из рук лидера республики. Вы и женская команда, и мужская команда украсили наш праздник вот этими победами. Победы, они всегда нужны. Вообще, наша жизнь, она состоит из каких-то вот таких этапов. И вот эти этапы очень важны, чтобы дух у нас был, стремление было. И вот наши команды, на самом деле, оправдали все наши надежды, потому что, наверное, и так сложилось, и удача нужна, и везение. Но самое главное, нужен труд, нужно стремление. Мы пятикратные чемпионы России! Ура! Новейшая спортивная история Казани. 5 лет подряд в женском волейболе Российской Федерации. Настоящее казанское ханство, а точнее матриархат. 2011, 2012, 2013, 2014 и, наконец, апрель 2015. «Динамо Казань» – пятикратный чемпион России. Не подкачали и мужчины. «Зенит Казань» – также чемпион России 2015. Победитель Лиги чемпионов 2015 и обладатель Кубка России 2014. Громче аплодисменты, друзья! Победа, она так просто не приходит, подытожил сегодня официальную церемонию награждения Рустам Миниханов. Чемпионское золото – это общая заслуга и спортсменов, и тренерского состава, и обслуживающего персонала команд, и их спонсоров. Казанский волейбол своими успехами еще раз подтверждает престижное звание Казани как спортивной столицы России. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Эфир 24.